Шестые прячутся. Шестые прячутся! Шестые прячутся! Шухер! Выше ждут. Он остановился. Мне нужно подумать. Ему надо подумать. Это кто? Полиция сюда! Нештатная ситуация, люди. Как же я устал от всего этого. Куда бы я ни шел, ни ехал, везде чинят дороги. Дома красят. Баннеры вешают. Вы что думаете, генерал? Я баннеры от домов не отличаю, что ли? Короче так, я устал жить в этой вашей фейковой реальности. Поэтому с завтрашнего дня у меня каникулы. Ровно одна неделя. И чтобы я вас... всех. Никого не видел. Это понятно? Так точно. Смотри, а ты говоришь, от меня нет никакого толку. А, смотри, ты ничего получил. Теперь меня знает вся страна. Журналисты в поиске народных героев. Валера из Боровска взял 40 кредитов. Ой. Чего? Чего там? Ой. Что, сердце, что ли? Да. Так сердце с другой стороны. У матери сердце с любой стороны. Ой. Раньше я одна знала, что ты дурачок, а теперь вся Россия. Там. Валера гулять выйдет? Мать, открывай, поговорить надо. А так нету его. Уже как год назад уехал. Прячется, что ли? Дождался. Звезда твою мать. Вы же понимаете, что есть приказ, а приказ не обсуждается. Но есть протокол. Начальник протокола уже предупрежден. И чтоб больше никому ни слова. Товарищ генерал, я... А то я знаю! Так что слушаю ваше предложение. Может, выберем местность, вывезем людей и заселим нашими сотрудниками. А где мы возьмем столько сотрудников? Привлечем смежные ведомства. А может, всю Россию заменим? Вы же знаете, какая у него память. Если он хоть одно знакомое лицо увидит, считайте, мы провалились. Еще предложение. Знаете, я вот видел в одном кино... Ну, здрасте. Кино-то здесь при чем? Дайте договорить. Так вот, я видел в одном кино, есть такой артист Безруков. Из него сделали Высоцкого. И говорят, что даже знающие их люди не могли их отличить. Так это ж кино. Спецэффекты. Это не спецэффекты, это спецгрим. Еще предложение есть? Раз других идей нет,
Работаем над этой. Операция Высоцкий поручается вам. Уточните все, и через 2 часа ко мне на стол в письменном виде. Есть. Насчет смежников. Все-таки будем привлекать. Ты долеталась, Гагарина. Ты понимаешь, что ты наделала? Ты заму префекта ВАО руку сломала. Не надо было эту руку распускать. А ничего, Гагарина, потерпела бы. А теперь и меня за жопу взяли. Ты понимаешь, что теперь будет вообще? Взятки будет сложнее брать. Значит так, выбирай. Либо прямо сейчас ты едешь в больницу и извиняешься перед Анатолием Семеновичем, либо... Гагарина, задержись. 2 майки бери. Штаны не забудь взять. А эти где были? Это напалечник, идиот. Вот, заодно и нервы подлечишь. Моя путевка из Собеса. Санаторий «Золотой колос», Крым. Хорошо, инициалы у нас совпадают. Вот. Чё стоишь? Бегом! Да как я? Нет, нет. В окно. Мне так не нравится. Ой, простите, простите, ради бога, слышь, простите. Ты козлина, ты селфи испортил. Дрянь, мы тебя запомнили. Запомнили. Я дома. Фу. Устал, как лошадь. Ау. О, ну ничего, одна радость, завтра в отпуск. Ай, никаких больше. Учеников. Никаких тупых тетрадок. Школьных собраний. Ничего. Коль, где деньги? Я тебя спрашиваю, где деньги мне за путевку сегодня платить? Ты что, опять за старое, а? Зина, я хотел тебе помочь. Но правда, ты же одна работаешь. Вот я на «Зенит» поставил. Ну, у тебя же денег мало было. С «Реалом»? Ну да. Ты что, не понимаешь? Ты что, не понимаешь, что на этот отпуск весь год копила? Ты не понимаешь, что я в Крыму последний раз была, когда он наш был? Не надо кидаться. А ты чего, палец на палец не ударишь, сидишь на диване? СМС-ки строчишь бабам своим? Никаким бабам. Внимание, опасный Тихо. Момент. «Зенит» подходит к воротам, противник удар и штанга. Ну подожди, сейчас еще все может поменяться. Зина. Не нужен тебе этот Крым. Там еще денежек немножко осталось. Давай еще пивка возьмем. С фисташками. А? Телек посмотрим. Дай сюда. Я сказал, не трогай. Котенок. Котенок. Хорошо. Котенок. Сука. Здравствуйте. Долго ехали? Не долго ехали, а долго стояли. Перекрыто все было из-за проезжающего кортежа. Дмитрий Анатольевич. А потом еще проверяли 2 часа. А это что? О, это аэрограф. Для накладывания тона ему бить нельзя. Хотя уже очень хочется. Как, простите, вас зовут? Роман. Роман. Хорошее имя. Я запомню. Ну, давайте, давайте начнем. Я привез с собой несколько образов. Давайте посмотрим, кто сядет. Кто сядет?
Образно говоря, это у нас такой жаргон. Давайте посмотрим, кто сядет. Ну да. Ну да. Хорошо. А других вариантов нет? Мам, не гори. Какое своеобразное лицо. Это же Гоша Куценко. Да я знаю. Да его все знают. Нет. А он народный? Я бы дал. А вы знаете что? Мне нравится. Господин президент, в этом гриме вам можно спать, можно умываться. Только, пожалуйста, аккуратнее. Там клей абсолютно натуральный, так что никакого вреда не будет. Ну, в общем, можно абсолютно все, только в море купаться нельзя, соленая вода разъедает. Отлично. На море еду, а в море плавать нельзя. Если бы у нас было чуть больше времени... Ну ладно, и так нормально. А, господин президент, здесь все самое необходимое. А не слишком ли много этого самого необходимого? Мне вполне достаточно двух футболок и штанов. Давайте облегчать. Вот полный пакет ваших новых документов на ваше новое имя. Владимир Семенович Утин. Смешно. Так, средства связи из любой точки мира. Да, я знаю. Сотовый телефон называется. А у меня лично сотового телефона не было с конца 90-х. Но помимо базовых функций, вот здесь сбоку есть кнопка экстренной связи. Удобно. Да. Вот здесь 1,5 миллиона, их должно хватить на неделю. Вы что, с ума сошли? Я что, статистику не знаю, что ли? Это годовая зарплата хорошего сотрудника. Ну все, мне больше ничего не нужно. Встретимся через неделю. Но если встретимся раньше, то пеняйте на себе. Я не шучу. Если увижу хотя бы одного сотрудника, поменяю всю структуру. Вот так. Наша злая империя – это раз на мировой загуле. Мы же агрессоры, держим марку, скалим зубы. Вежливость нам не мешает оставаться группами. Какой восторг я русский, держава пол земли трясла. Да, да, мы – империя зла. Сибирский воздух полной груди, мы как ветер в поле, тон великий. Волга, матушка, печаль по-русски скроена. Цветет сирень недолго, небо изумрудно-синее. Бабуля хлеб печет, и лес будто из сказок вылет. Что такое жучки, как будто я не знаю. Русская земля, снега укутывает ее широты. Погляди же, вот она, наша империя зла. Клянусь, сдачи нету, я тебе серьезно говорю. Давай, как ты вернешься сюда, я вот прямо вот здесь увидимся, я тебе все до копейки верну. Я тебе серьезно говорю. Давай хоть мои цифры запиши, я серьезно, нету сдачи. Не волнуйтесь, я запомнил вас. От души, брат, сау. Ты красавчик. Доехав до аэропорта, объект развернулся и едет в сторону Люберец. Я так и знал. Он все понял. Поэтому решил изменить маршрут. Уведу, украду чудо грешных рук Казанова. Начинаем операцию «Сеть перехват». Среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас, Казанова. Снимаем все группы. Оставляем только резервные.
Объект обнаружен. Выходит резерв номер один. Спасибо. Добрый день. Будьте добры, до Симферополя, на ближайший рейс. Вошли через 40 минут. Спасибо. Вылет в Симферополь через 40 минут. Сделайте нам красный коридор. Поздравляем! Вы миллионный пассажир нашей авиакомпании. В связи с этим ваше обслуживание будет бесплатным и по высшему классу. Полетели с нами на небеса! Улетели. А что случилось? Почему отменили? Я только что купил билет. А вот так. Взяли и отменили. А если кто-то из присутствующих недоволен, можете жаловаться. Ну хорошо, я запомню вашу авиакомпанию. Вот вам подарок. Извинения от нашей авиакомпании. Да ерунда какая-то. Говорят, что даже те, кто уже успел сесть в самолет, и тех выводили. Оля! Оль! Иди сюда! Что у вас случилось? Да машина не заводится. Давайте я посмотрю. У меня была когда-то «Лада». Правда, желтая. И давно? Садитесь, я вас толкну. Давайте. Только у меня денег нет. При чем здесь деньги? Здрасте. А это что, мне? Да, вам. Да, что это? Хеннесси. Хеннесси? Можно я всю бутылку возьму? Конечно. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну что, ребят, отдыхаем! Чего не получается? Устал. Дайте я хоть сумку вам да, положу. Так у вас же коробка, автомат. Да. Ну, ее толкать нельзя. А, да. Дайте я попробую. А как у вас это получилось? Ну, как-то получилось. Круто! Спасибо большое. Давайте я вас подвезу обратно к аэропорту, а то долго пешком обратно идти. Да не стоит. У меня рейс отложили. Так что до завтрашнего дня я совершенно свободен. Может, куда-нибудь другое место надо подвезти? Давайте я подброшу. Ну, разве что до Крыма. До Крыма? А вы что, в Крым собирались? Интересно, я тоже. Но у меня как-то не сложилось. Я год деньги копила на поездку, и в итоге у меня деньги украли. Вот я решила сюда приехать как-то. Может, подвезти кого-нибудь, заработать что-то. Какая приятная неожиданность. Вы тоже в Крым летите? Тут весь самолет в Крым летит. А, ну да. А где решили остановитесь? Я вот в санатории «Золотой колос», а вы? А я... На секундочку. Санаторий «Золотой колос». Это красная. Да. Санаторий «Золотой колос». Он еще голос поменял. Смотри, здесь половины кнопок нет. Да. Ну да. Так точно. Не президентский борт. Есть. Ну что, поднимем птичку?
И не такие сараи поднимали. Всего доброго. До свидания. Удачи. Постойте. Ну что, все-таки куда-то довезти? В Крым. В Крым? Вы серьезно? Ну, совершенно. Бензин я оплачу, все расходы на мне. Мы доедем до моря. У меня к вам взаимовыгодное предложение. У меня рейс отложили, у вас деньги украли. Я помогу вам, а вы мне страну покажете. Страну? Ну зачем? Ну, я тут понял, что я 18 лет родину не видел. Ну что, поехали? А поехали. Но путь не близкий, вы знаете, да? Я только домой заскочу, вещи соберу. О, Лиль, привет, ты что, за Пойко приехала? Почти. Плойку можешь оставить себе. Сука! Знаете, я решила, что не надо мне ничего дома. И выясните, в конце концов, кто в этой машине. Вообще, я педагог. Но у нас такие маленькие зарплаты, что даже... Ладно, что я вам жалуюсь? Клянусь! Клянусь! Да успокойте его уже! Телефон у меня. Товарищ генерал, в машине первого лица не обнаружено. Значит, золотой колос. Чего ждете-то? Выполняйте. Радиационная опасность. Всем срочно покинуть помещение. На третьем этаже еще остались. Да, понимаю. Внимание! Наблюдаем спокойствие. Без паники. Мужчины, помогайте женщинам нести чемоданы. Золотой колос с кириллицей или латиницей пишем на буклетах? Лучше бы в Италию поехали за такие деньги. Это кто? Директор отеля. С какой стороны обходите? Ерунда какая-то. Я знаю директора, это мужчина. Был. Да посадили его. Да ты что? Да. Хороший мужик был. Я в золотой колос. Вы за мной? А где автобус? Ни хрена себе совет жирует! А говорят, мы плохо живем. Ну что, Дарья, всего доброго. Нет, я с вами. Со мной? Да. Коллеги, я вас вызвал на беседу по чрезвычайному поводу. Знаю, Владимир исчез. Моя разведка ничего не докладывала, а мне доложилось. А что говорят СМИ? Ничего. Он хотя бы в России. Может, включим Russia Today? Боитесь, уехал в Испанию создавать каталонскую народную республику? По данным Моссада, он вообще не выездной. У него загранпаспорт лежит в 5-м управлении КГБ. Израиль опять нам какую-то ерунду продал за мои кровные нефтедоллары. Шалош, Арба. А что такое? What's up? А что сразу Израиль? Хамеш. Ладно, если у кого-то появится, свистите. Не свисти, МВФ денег не даст.
До Тулы осталось 207 километров. Через 300 метров поверните направо. Сам все время с этими бабами, все время его смс-ки, трынь. Но я же не дура, я же все вижу, я же все понимаю. Ну и зачем вам такой муж? Найдите себе другого. Найду другого? Где? Все либо козлы, либо женаты. Вот ты, наверное, тоже женат. Извини, вы. Да нет, ничего страшного. Я думаю, нам давно пора перейти на «ты». Нет, я не женат. Что это там происходит? Да выпускаем, наверное, кого-нибудь. Купили права, двое встретились, да? Где купили права? Где выдают, в ГАИ, там, наверное, и купили. У нас же все там легко и просто. Что за наглость? Пойду проверю, где они купили права. Добрый вечер. Тебе чего? А вы не могли бы машину в другом месте припарковать? Мы уже 10 минут из-за вас в пробке стоим. Какие ко мне претензии? Сейчас придет хозяин машины, с ним и разговаривайте. Ну, если он с вами будет говорить. Уверяю вас, я найду слова. Ну-ка, отойди от машины, я по следам не подаю. Ступай, прокляну! Это был священник. И что? Ну как что? Он же священник. А как тут свет включается, выключается? Вы похлопаете в ладоши, и он выключится. Это глобус. Ух ты. А это телескоп. Вы можете смотреть на звезды или на пляж. Ух ты. А что это за маленькие бутылочки? А это мини-бар. Да? А сколько стоит одна? Мини-бар входит в стоимость вашей путевки. Все входит в стоимость вашей путевки. Да, лето у нас, конечно, не удалось в этом году. Стемнеет уже скоро. Ночевать-то где будем? У моей мамы. А может, лучше в гостинице? Слушай, ты по родине соскучился или по клопам в гостинице? У мамы моей нормально. К тому же я ее и Сергея Ивановича почти 2 месяца не видела. А Сергей Иванович, ты кто? Это отчим мой. Мам, пап, мы приехали. Мам. Мам, познакомься, это Володя. Папа. Владимир. Здравствуйте. Наталья сколько Петровна. Лет, сколько зим, а? Наконец-то проходите. Добрались до нас. Да. Папа, познакомься, это Володя. Сергей Иванович. Добрый вечер. Очень приятно. А родом ты из Москвы? Нет, я из Ленинграда. О! Красивый город. Люди там интеллигентные, кроме этих нашей хунты. Вы о ком? А? Ну, как о ком? О нашем президенте и его шайке. А почему вы решили, что это шайка? Ну, как? Как почему? Ведь даже на дожде показывали. Всю Россию разворовали. Я когда в институте работал, даже если выносил вот такой вот маленький флакончик спирта, и тот тряс. Они миллионы воруют. Нет, да какие миллионы? Миллиарды! Им ничего, а?
Ну а зачем же тогда выбирали их? А я не хожу на выход. Ну а что тогда жалуетесь? Давайте сегодня об этом не говорить, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вот Зиночка... О чем-то? Зиночка в Крым едет. Мама. В оккупированный? Просто на море. Просто хочу на море. Мне бы было стыдно. За что вам было бы стыдно? Пользоваться ворованным. Все. Что-что? Разговоры о политике прекращены. Мам, тут все бесплатно, все. Такие маленькие бутылочки, да, джин, виски. И знаешь, что еще, мам? Свет выключается и включается, когда в ладоши хлопаешь. В общем, блестящий пансионат, блестящий. Ну все, да, я спать ложусь, ага. Спасибо, мам, все, счастливо. Все, люблю тебя. Поехал. Да дебил. Ага, Ишак. Бега ударился, а по телефону разговаривает. Да. Небось, лакшери снял себе, а нам деньги вернуть не нужно. Да ничего, сейчас доедем, стрясем с него все. Ага. Девчонки, обратно бизнес-классом полетим. А я у Дмитрия видел ядерный чемоданчик в руках. Не ядерный чемоданчик, а iPhone X. Какой iPhone X? Китайская подделка. Точнее, реплика. При минус 10 работает. И слов для двух симок. До Воронежа осталось 357 километров. Держитесь правильно. Блин, ну просила же не надо. Что случилось? Да папа. У него зарплата 15 тысяч, а он мне все деньги подсовывает. Хорошие они у тебя. Угу. Вот куда он летит? Идиот. Ты смотри, что он делает. Да я пробил все. Он сел по коррупционной статье, а ты на его место. Все же в базе. Коррупция погубит эту страну. Коррупция? Да вы все с ума посходили на почве коррупции. У вас там базы, данные, анкеты, галочки. А по сути вопрос один. Осталось человеку доверие или не осталось? Ну хорошо, а как на самом деле было? Может, я помочь смогу? Только давай, без лирики. Вез жену в роддом третьего рожать. Гнал, как сумасшедший. А у гаишников облава на взятке была. Да непростая, контрольная. Она ж что? Вышел, сунул 5 тысяч, прыгнул в машину и дальше помчался. Такая история. Да, жалко мужика. Ну и что получается вот так вот тебя послушать? Получается, на 100% прав, что ли? Да не знаю я. Все в порядке. Живая? Давай, тяни на себя. Так, сейчас, давайте. Коля, иди помогай, куры разбежались. Чё я-то сразу? Давай, давай. О, Колян, снимай давай. В YouTube потом выложим, ржака же. Водитель, у вас есть? Все в порядке, держитесь за меня, держитесь. Все в порядке, сейчас в больницу пойду, все хорошо. Главное, что руки ноги. Да. Так, давай, помогу. Хорошо. Значит так, лейтенант, черный джип, номерной знак Харитон, 930, Харитон Владимир, Московского региона. Подрезал данный автомобиль, вследствие чего водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
Я прошу принять меры к задержанию данного автомобиля. Подождите, подождите, подождите. Ну, очевидно, она потеряла управление, не справилась, улетела в кювет. Бабуля в больницу, машину на свалку. Как на свалку? А я-то как буду? Значит так, страдавшую немедленно везите в больницу. Машину на эвакуатор и в пост. И лично, Коля, проследи, пожалуйста, чтобы опечатали и пленкой заклеили, понял? Есть. Милок, а я где такие деньги-то возьму, а? Елена Владимировна, ну не переживайте вы так. Считайте, в расчете будем. Не помните меня. Вы же у нас учительницы были с 5 по 7. Ой, а я-то смотрю, глаза знакомые. Наглые. Ты же у меня двоечником был. Как тебя в милицию-то взяли? В полицию, бабуля. Повезло. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был. И штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы. Курочек моих, держи, курочек. Я полжизни рабом и на заводе был. И штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы. Ну, орально удивить, я пока на работе безвылазна. Удивительно, поразительно, как легко свою жизнь превратить. Вино я хотел бы грузинское и в кино, и на солнечном пляже валяться. Но я не потянул на зарплате, но 3 билета да в южную сторону. Я люблю свою родину, вроде бы. Я... Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. На что жалуетесь? А вот. Понятно. Давайте посмотрим. Сюда посмотрим, сюда. Следим, следим, следим. Следим, хорошо следим. Язычок покажем. Ну, все в порядке у вас? Осмотр окончен. И что? И это все? А вы не хотите провести более доскональный осмотр? А что вы предлагаете? Ну, насколько мне не изменяет память, то в прошлом году все больницы были оснащены аппаратами КТ и МРТ. И что? У нас это здание было построено где-то годах в 50-х. Примерно тогда же и электрику все это привели. Правильно? Что будет, если я эту дуру сейчас в розетку включу, знаете? Мы увидим очень яркий, очень красочный, но весьма непродолжительный фейерверк. Как на дне празднования Воронежа, правильно? Да. Ну а почему вы не известили об этом вышестоящее руководство? Известили. Ну а ремонт мы делаем из регионального бюджета, а всю эту трихомунди закупаем из федерального. Это я вам руководство свое цитирую. Поступил приказ купить. Купили. А зачем купили, непонятно. Потому что никто эти МРТ расшифровывать не умеет. Так что в нашем городе бабка Матрёны диагнозы ставит лучше и точнее, чем вся эта новомодная аппаратура. Правильно? Да. Бред какой-то. И это не бред, родной. Это Россия. Слушайте, понятно все с Россией. Как лечить? Настоечку пустырника попейте. Или коньячку, ну что-нибудь успокаивающее. А коньячку какого, доктор? Любого, родная. Вы что, серьезно? Любое. Только низовчиков не берите, а то они паленые. Ну, знаю, знаю. Я же говорю, проблемы с электрикой у нас в городе. Товарищи, красота-то какая! Ну, какая жизнь у нас? Не жизнь, а сказка! Собес-то вон как жирует. Ну, живем-то нормально. А все зло от банков. Спасибо. И этих кредитов с этими коллекторами. Я вот что думаю. Люди у нас просто к банкам не были готовы. Понабрали этих кредитов, угодили в яму долговую. А теперь их душат. Душат так, что вообще жить невозможно. А что надо делать? А что нужно делать? Ну как что?
амнистию объявить. Долги все прощаются. И этих коллекторов прямо сегодня запретить. Ну что, я прав или нет? Будет сделано. Вот нужна она тебе была. Всю машину изгадили. Ну, не бросать же ее. Угу. Надо добро же людям делать. Добро? Пословицу такую слышал? Не делай добра, не получишь зла. Спасибо! Вот и добро! Ну, не переживай ты так. Я тоже весь в добре. Это у тебя к деньгам. К большим. Давай, знаешь, как решим? Сейчас перекусим, а потом машину в химчистку отгоним. Супер. Ты вон иди, угу. А я тебя догоню, переоденусь. Хорошо. Согласно персональному указу президента Российской Федерации, в стране объявлена кредитная амнистия. Банкам запрещено взыскивать кредиты. Коллекторские службы упразднены. Эти и другие новости вы узнаете на нашем канале. Они там совсем... А у нас люди как дети малые. Понаберут чужих денег, а отдавать-то нужно свои. Вот они как дураки и бегают от коллекторов. Да, но это персональный указ. И президент у нас тоже молодец. Вдруг решил о народе подумать. Президент, Зина, о народе всегда думает. Окей. Геворг, я не понял. У меня с ипотекой выгорело? До Ростова осталось 571 ага. Километр. Мне, чтобы мою мизерную зарплату получить, нужно огромное количество бумажек заполнить. Я вообще могу не учить, просто сидеть и эти бумажки заполнять. Создавать видимость работы для своего руководства. А мое руководство создает видимость работы для своего руководства. Вот так мы все и живем в этой фейковой реальности. Что? Все эти отчеты созданы для того, чтобы руководство реальную картину видело. А вы все врете по чуть-чуть. Ой, да ладно. В итоге жалуетесь на вышестоящих, что они живут в выдуманном мире. Но вы же сами искажаете их реальность. То есть ты считаешь, что всяк перед всяким виноват, верно? Ну да. Достоевщина какая-то. А хотелось бы не литературы, а конкретных данных. Ох-ох-ох, не любишь ты людей. Да при чем здесь любовь? Не любишь. Доверяю, и то хорошо. Ну, а на доверие далеко не уедешь, знаешь ли. Здравствуйте. Ну что, гражданочка, нарушаем, а? Что, номера московские все можно, да? Зажрались там все в Москве. Превышала скорость, я ехала максимум 60 километров в час. Семен, сколько мы там знаков поставили? 40. Ага. 40? Лейтенант, да. А что значит поставили? Поставили, поставили. Знак же стоит. А ты что, самый умный, что ли, не пойму, а? Аптечка у вас есть? Аварийный знак где лежит? А? Семен, подожди, подожди, подожди. Давай, давай, не будем напрягать девочку. Короче, давайте сделаем так. Мы оштрафанем прямо здесь, и все будет нормально. Ну, скажем, тысяч на... 5. А? Ну и все, и едь дальше. Товарищ начальник. Так. Ну, пожалуйста. А что значит «на месте»? Насколько мне известно, все штрафы должны через банк проходить. А, тебе банк подавать, что ли? Да не вопрос. Вот тебе банкомат. Засовывай сюда свою купюру. А? А? Так, ладно, все, хватит. Давайте, оформляйте протокол. И не забудьте там указать свою фамилию, имя, отчество, звание. Ну, и номер нагрудного значка. Ой. Ты в царе, а? Опять начинается. Насмотрелись тут своих интернетов. Качают права свои. Ну что вы, москвичи, жадные такие, а? А? Пестеневка, Пестеневка. Да? Там москвичи на Лексусе едут. Тормози. Ага. Езжайте, езжайте.
Отпускаем вас. Сегодня вам повезло. Секундочку. Это вы что, специально все сделали? Нет, просто все, едьте. Давайте, едьте. Мы просто ошибка была. Все, давай. Вы знаете, Даша, у меня в голове куча идей, просто куча идей. Мне иногда кажется, что я так умру, и не высказавшись, что меня просто разорвет. Все же в ваших руках, казалось бы, если не вы, то кто? Я вообще ничего не понимаю. Банковский сектор в ужасе. Администрацию штурмуют. Ну, зато рейтинг подскочил. Ну а при чем тут рейтинг? Мы же в реальной экономике живем. Вон, министр финансов грозится в отставку уйти, если не переговорить с президентом. Что я решаю в своей жизни? Да только то я решаю, чтобы участвовать в этой игре или не участвовать. И вот я для себя решил, что больше я в этой игре не участвую. А он сбежать собирается. А куда сбежать-то? Как тот, что ли? Из Таганрога в тайгу? И будет потом у нас старец тут ходить. Какой старец? Нам бы до конца недели продержаться. Значит, я не пойму, то ли я брежу, то ли я всех их где-то уже видел. В гостинице видел. Ну, естественно, это же все отдыхающие. Где им еще гулять? Вот они по набережной ходят. Туда-сюда. Да? Че ты там все время пишешь? Дневник, что ли, ведешь? Ну, можно и так сказать. Давай договоримся. Ты в подобной ситуации больше не вмешиваешься, хорошо? А что я опять не так сделал? Да все не так. Надо было просто дать им денег и уехать. Ты же сама ругаешь страну за коррупцию. Сама ее продолжаешь. Нужно было заставить их, чтобы они выписали штраф, а потом через суд доказать о неправомерности их действий. Послушай, мы находимся в Ростовской области. Ты хочешь, чтобы я им свои права отдала, а потом сюда еще по судам ездила? Вы ушли с маршрута. Я повороты за тебя проехала. Заболталась. Вот что теперь делать? Надо либо разворачиваться, либо через город ехать. Поехали через город. Соток в потертом айфоне. Пусть прохожий меня не запомнит, но я счастлив, как никто другой. Рядом со мной мои братья. На тех, кто не верит в нас, наплевать нам. Небо подарит мне свои объятия. Ну что ты молчишь? А я не вижу смысла продолжать дальше беседу. Мы разговариваем с вами на разных языках. Вам все не нравится, вы вечно чем-то недовольны. Я недовольна? Это ты вечно всем недоволен. Взяток не давай, чурок чурками не называй, родители тебе мои не понравились. Когда это такое говорил? Да сразу, как выехали, не нравятся мне его взгляды. Он, между прочим, прав. Вот мне, чтобы на море уехать, таксовать приходится. Здесь сядем? Простите, а можно меню? Ну, а что ты из России не уедешь? Если тебе здесь все не нравится. Я не собираюсь уезжать. Я патриот, в отличие от тебя. Ты, если хочешь, уезжай. А я свою страну предавать не собираюсь. И вообще, чего ты меня все время учишь? Помирились? Ну, ладно, давай. Ну, ладно, ты не дуйся, ты взрослый мужик. Тебе скоро на пенсию. Давай, мирись и больше не дерись. Ты будешь мне свой мизинец сдавать или что? Что, он у тебя золотой, что ли? Кстати, за чай я заплатила, так что с тебя 150 рублей. А ты что, машину не закрыла? Подожди, ну у нас же ничего ценного не было в машине, правда ведь? Да, только там были все наши деньги.
Кадр 1, дубль 2. Я узнал, что у меня есть огромная родня. Звери, птицы и жуки. Муравьи и мотыльки. Все, что рядышком со мною. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Как же мне в краю родном? Не заботиться о нем. Это все мое. Родное. Коллеги, не могу весь день Ангелит звониться. Связь плохая. Попробуйте вы кто-нибудь, а? Так я и знал. Вспомнила свое комсомольское прошлое и сбежала с Владимиром на пару. А еще говорила, ты можешь мне верить, я свой парень. Дожили. Ладно, хакеры, но к русским пранкерам я не привыкну. Никогда. До Темрюка осталось 380 километров. Добрый вечер. Не поможете продать часы? Да я не знаю, может там. Пойдем. Великого-ка, что не день, день сурка. Бандерлоги лепят в блогах из него дурака. Разменяли угли на рубли. Подожди, разжревшие Маугли. В новостях все одно, как ни гугли. Строят козни сопредельные джунгли. Вас эти часы не заинтересуют? Нет, иди туда, попробуй. Мужики, я принёс! Молодец! Я думал, не придёшь. Мальчики, пока. Добрый вечер. Здрасте. Вас эти часы не заинтересуют? Опа. Подруга, помоги, а? Реально помощь нужна. Пойдем, тут рядышком. Что случилось? Пойдем, и очень поможешь, Сири. Пойдем. Эй, серьезно, серьезно. Аккуратно, ладно. Пойдем, пойдем, пойдем. О, китайцы оборзели, а? Ты посмотри, какие часы подделывать стали. Это не подделка. Да ну, не подделка. А ты что, Абрамович, что ли? Я не Абрамович. Но часы настоящие. Да? Ну, я не знаю. 1000, 2, 3 дам. Эти часы стоят намного дороже. Мне нужно всего лишь 100. Заметьте, не долларов, а рублей. Сотни. Слушай, вот ты проблемный пассажир, а? Ну, кого ты перед собой видишь? Ты подумай своей головой. Мы чего? Чиновники, олигархи или эти менты, что ли? Да откуда ж у нас такие деньжища, а, милый? Ты что, совсем срак потеряла? Мамке не подошла, не представилась, поклон не поднесла. Тебе, может, сухожилие перерезать, а? Слушай, да вы чего, вы что, с ума сошли, что ли? Ты, кизяк, я тебе покажу, что. Дам 35. Я у вас их потом выкуплю. Голуба, где ты нас найдешь на просторах нашей родины? Ну, если найду, то выкуплю. Да я учительница младших классов. Чего вы пристали ко мне? И что? Я тоже заслуженный педагог Ростовской области. А сейчас каникулы. Ой, да ладно, у меня в педучилище и не такое, знаешь, случалось. Еще салфетку? Да-да. Все, посмотри. Нормально? Да ничего страшного. О, ну я, конечно, даю. Их 9, а я там...
Ой, будет что внукам рассказать. В машине лучше. Согласен. От скуки сдохнуть можно. Да ладно, что скучно-то? Музыка веселая. Еда вкусная, вид красивый. Ну, вон у них на ресепшене в буклете написано. Как стать миллионером? Угадай там мелодию. Викторины всякие, путешествия. Где это все? Ну так я жила в этом санатории. У них обычно все веселье на третий день начинается. Завтра будет. Сейчас я секундочку. Приготовьте там какие-нибудь конкурсы на ваше усмотрение. Ну, скучно ему. Кто это там? Батюшка. Может, подбросим? Да, конечно. Я не против. Батюшка, вам куда? А вы куда путь держите? А, мы в Крым. А я в станицу Тарданскую. Так что вам не по пути. Ну, мы все равно вас подвезем. Да, подвезем ведь? Да, конечно. Садитесь. Очень далеко. Вы что, правда хотели пешком дойти? Так я такое расстояние раз в два дня прохожу. У меня три прихода, вот я и мотаюсь между ними. Хорошо. Живете-то? Да куда уж. В одном у меня 5 старух, в другом 7. А в третьем даже старики есть. Так а что вы не перейдете? Да не. А этим кто читать будет? Сюда же никто не едет. Место не хлебное, да и на кого их здесь оставлю. Не жить, вспоминая, как было. Я сейчас выключу. А может быть, на этой да нет, нет, оставьте. А мне нравится, а? Я помню, 7 лет назад в Ростове такой лобал. У меня сам баста учился. Реально? Да. Ну, это значит, рэп читал, а ему ритм делала. Был дел, да. А почему вы батюшкой стали? Как вообще стали? Да, жизнь помотала меня. Решил вот себя чему-то светлому посвятить. Сыночка на моего похож. Он как в Ленинград на заработки уехал, так и не вернулся. Ты сам-то откуда водишь? Из Санкт-Петербурга я. Ты там Андрюху не видал? А давно он уехал? Говорю, он в Ленинград уехал.
аплодируем. Активнее! Ай-яй-яй-яй! Есть! Стоп! Как вас зовут? Валера. Вот именно они и бесят. Да, грубовато. Ну реально, все аварии на дорогах из-за них. Да в юбке невозможно пройтись по улице. Вообще все беды из-за них. Ну, конкретно эти едут грубовато, я согласен. Но всех людей я бы не обобщил. У меня, например, друг чеченец. Хороший человек. Вчера вечером смотрю новости. В Сирию целую дивизию этих инженерных войск запхнули. Эти мосты восстанавливали. Да вон, лучше бы в Ивановской области мосты восстановили. Дороги в Рязани сделали. А только в этих двух областях? Ну, почему в этих двух? Ну, Саратовская там, не знаю. Исполним. Вот прямо так он и сказал. Странное решение. А я с верховным главнокомандующим здесь согласен. А где ты с ним был? Не согласен. Разрушенную инфраструктуру в Сирийской Народной Республике будут переброшены в Ивановскую область, где займутся восстановлением дорог и разрушенных мостов. Вот это правильно. Нужно сначала у себя убраться, а потом соседям помогать. Лучше тушить дом соседей. Что, простите? Чем потом деревню восстанавливать. На пятую колонку, 95-й до полного. Зина, а у тебя в комплектации домкрат-то есть? Да, есть. А что это? Ну, явно не это. Ну, извини. Странная у тебя комплектация. В смысле? Ну, в смысле, этим-то машину не поднимешь. Нет, ребят, на этом колесе вы далеко не уедете. В общем, тут недалеко есть шиномонтажка нашего брата. Поехали за нами, мы дорогу покажем вам. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Давайте, ребят. Не переживайте, все нормально будет. Сделают хорошо и недорого, а нам ехать надо. Лезгинку не очень, больше по классике. Слышь, не русский, ты опять людей к себе затащил?
А ну стоп! Стоп, я сказал! Пошли, пошли. Еще вернемся, спалим. Черт, твоя матери все здесь. Добро твое, понятно? И сегодня за миллион будет бороться... Валера. Валера меня зовут. Валерий. А что, реально дебру? Ну да. Видимо, Галка не смог. Первый вопрос. Я на кону незначительная сумма в 1000 рублей, Валерий. Я готов. Так мы и думали. Итак... На каком цветке можно гадать? А. Цветик, семицветик. Б. Аленький цветочек. С. Ромашки, наконец. Д. Гадать-то ни на каком нельзя. Ну, я думаю, ответ очевиден. Только что вы выиграли первую несгораемую сумму в 50 000 рублей. Позвольте вам напомнить, что у вас есть 3 подсказки. Да я ж знаю! Звонок другу, помощь зала. И там я еще могу выбрать вторую несгораемую сумму. Это откуда вы так хорошо знаете наши правила? Да ваша передача самая моя любимая. Я все выпуски посмотрел. Я ваш ярый фанат. Да больше того, я бы, будь моя воля, я вам бы дал премию лучшей ведущей России. Вот чьи слова, да, я наступаю в уши. Константин Львович, вы же понимаете, что у нас нет такой премии. Ну, а я что могу поделать? Да, и передай Нагиеву, что он в пролете. Ну что? Ты моего племянника ударил? Ударил. За что? За дело ударил. Ты кто такой-то? Чего ты хочешь-то? Справедливости хочу. Я был свидетелем этого происшествия. И наказывать невиновного не позволю. Да никто его наказывать-то не собирается. А если мой Васька получил за дело, я ему сам нагайкой по спине. Дядь, что ты за этих нерусских заступаешься? Они к нам приехали. Ты тоже бессовестный. Богдяны здесь 2 века живут. Мой дед с его прадедом малую землю защищал плечом к плечу. А его тетка, она в тебя дурака, русскому языку в школе учила. А вам спасибо большое, что помогли разобраться. А то у нас Гургента жаловаться не будет. Ну, нам-то за что? А часто у вас подобные конфликты бывают? Да Васькина родная сестра замуж выходит за брата Гургена. И вот Васька и бесится. Ну, хорошо, что все хорошо заканчивается. Вам спасибо за колесо. Поехали. А куда это вы собрались-то? У нас все-таки свадьба сегодня. Ну что, мои дорогие детки, проходите. Но сначала, голубки мои, выпускаем голубей. Друзья, а теперь поздравительное слово от нашей любимой бабушки Кати. Спасибо. Я коротенько. Вот вам морковь. Хочу выпить за вас. Вы бы лучше за молодых выпили. Они сами за себя выпьют. А ты что-то тормозишь. Чтоб не было пусто. Горько! Горько! Горько!
остался последний шаг к главному призу игры – миллиону рублей. Итак, вот последний вопрос. Какова была первая медаль, которую Юрий Гагарин получил сразу после полета в космос? А. Золотая звезда. Б. За трудовую доблесть. С. За отвагу. И Д. За освоение целинных земель. Напоминаю, вы можете взять деньги в любой момент. Да, сложный вопрос. Я не знаю. Но ведь у вас есть еще одна подсказка. Да я думаю, она меня собьет. Ну хорошо, я возьму помощь зала. Итак, мы просим всех, кто собрался в студию, помочь нашему игроку. Жмем. И вот за первый вариант проголосовал никто. Вариант Б – 0% также. А вот вариант С – медаль за отвагу. Этот вариант вызвал воодушевление у 99% собравшихся в зале. И только 1%, а, наверное, это один и человек из всех, кто сегодня в студии, почему-то за вариант Д. Пожалуй, я соглашусь с этим одним человеком, и выбираю я вариант Д. Вот, вы сейчас идете против подавляющего большинства гостей студии. И вот если этот ваш единственный человек даст вам неверную подсказку, вы ведь теряете миллион рублей. Я доверюсь этому человеку, и если он окажется прав, я вот ее на свидание приглашу. Что-то мне подсказывали. Кое-кто попадет на свидание в ближайшее время. Потому что это правильный ответ. Вы выиграли миллион рублей! Скажите, а мы на настоящие деньги играли? Ну, конечно, на настоящие. Все, прямой выигрыш отдадите. Послушайте, Владимир... Валерий. Валерий. Ну, куда ж мы денемся? Прикольный этот санаторий. Ты слышала, Даш? Слышала. Я согласна. Куда идем? А, ты про свидание? Ну, давай я до завтра что-нибудь придумаю. Особенно. И мы решили подарить вам подарок. Передайте. Стоп, светильник, стоп, морозильник, стоп, будильник. It's my life. It's my life. It's my life. Ты что, дурак? Что такое? Они ж свинину не едят. А вот басурмане, а? Да не басурмане, а жених с невестой вегетарианцы. А я думал, армяне. Вегетарианцы, тундра. Мне кажется, надо бежать. Согласен. Такое радушие смерти подобно. Мы что-то нарушили? Степа! Это они.
Конечно, нарушили. Атамана Романова без гостинцев никто не уезжал. И Анатолий Степанович просил передать. Если на обратном пути не остановитесь погостить, он вас и в Москве найдет. Передайте Анатолию Степановичу, что мы сами его найдем. Хорошей дороги. Спасибо. Спасибо. Говорят, Владимир, исчезая, обещал ровно через неделю вернуться. Владимир – человек слова. Ставлю на него 100 евро. Я тоже ставлю 100 баксов, что вернется. На свои играй, сосед. До Керчи осталось 82 километра. Впереди паромная переправа. Наконец-то море. Давай искупаемся. Да, давай, конечно. Ты пойдешь купаться? Нет, я, пожалуй, до Крыма потерплю. Море! Понимаю, в Сирии. Коллекторов тоже. Но на каком основании мы Зверева депортируем? И где мы для этих целый остров найдем? Товарищи офицеры, а кто вам дал право обсуждать приказы Верховного Главнокомандующего? Что вы с ними должны делать? Выполнять. Такого, как ты, и влюбиться можно. Не надо. Что не надо? Ну вот все, что ты там себе надумала, ни к чему это. Не нужно тебе это. В общем, анекдот. Меркель на большой восьмерке говорит: сейчас зайдет в комнату Путин, и с кем он поздоровается, тому и капец. Заходит Путин и говорит: здравствуйте все. Угу. Смешно. Привет. Это тебе. Ну что? Пойдем? А куда мы идем? Это сюрприз. Мне просто нужно знать, что надеть. Да ты вроде хорошо одета. Сейчас я сумочку возьму. Да? Да, Даш. Он заказал машину в Бахчисарай. Не переживайте. Естественно. Мы уже готовим площадку и направили туда сотрудников. Все. Я готова. Может, все-таки скажешь, куда идем? Говорю, сюрприз. Какой ты загадочный. Да, да, вот этот баннер. Да, да, вот этот баннер! Сереж, не надо там ничего красить, все равно ничего не видно. Ну, Сереж, ну не надо там красить! Ну, все равно ничего не видно! Послушайте, что здесь происходит? Вы что, не понимаете, что вот это историческое наследие? Здесь ничего нельзя завешивать. Но вы знаете, кто сейчас сюда приедет? Нет, я не знаю, кто сейчас сюда приедет. А вы знаете, кто сюда приезжал? Сюда приезжала Екатерина II. И то никто ничего не завешивал и не красил. Вам понятно? А вы вообще кто такой? Катенька, это вообще кто такой? Почему посторонний на площадке? Ну, вообще-то это не посторонний, это мэр Бахчисарая. Все равно уберите его от меня. Хорошо, хорошо. Уберите его.
Послушайте, вы что, не понимаете, что это историческое наследие? Где мои замы? Где главный архитектор города вообще? Семен Аркадьевич. Да. А кто приезжает? Да не знаю. Говорят, какое-то первое лицо. Интересно. Чуть ли не сам президент. Ну, чуть ли не считается. Но все равно головная боль. Видишь, и здесь пыль в глаза пускают. Приеду в Москву, взгляну в это первое лицо. До Ялты осталось 85 километров. Впереди горный перевал. А почему дворец называется сараем? Не задавай глупых вопросов. Женщина, а вы не правы. Не правы. Это не глупый вопрос. Дело в том, что слово «сарай» имеет тюркские корни. Так в Древней Персии называли большие административные здания, дворцы царских особ. Понимаешь? Так что нет, это не глупый Спасибо вопрос. Вам. Спасибо. Не за что. Да, столько этих сараев понастроили вокруг Москвы. Ой, что-то не то сказала. Ты так много все узнаешь. С тобой интересно. Да, кстати, хотел поблагодарить тебя. Ты мне очень сильно помогла. Ну, тогда с вопросом о Гагарине. Забавно. Получилось, просто моя фамилия Гагарина. И я всю биографию Юрия Алексеевича простудировала. Никогда бы не подумала, что пригодится. Ну вот, пригодился. Да. Хороший тебе навигатор. Штатный? Может, здесь попробуем? Ну, попробовать-то можно, но тут всегда с номерами проблема. Проезжайте, проезжайте, вас ждут. Добрый день. Нам нужен номер на первом этаже. Два номера. Пожалуйста. Пожалуйста. Я помогу. Короче, переодеваемся и встречаемся через 10 минут внизу. Хорошо? Да, хорошо. Прошу вас, Дарья. Да я справлюсь. Я настаиваю. Галя, ну какие бабы? Ну я в Альметьевске, в командировке. Ну ты же знаешь. Нам самое лучшее шампанское в вашем ресторане. Даша, могу я поговорить с вами откровенно? Ну, просто мне бы не хотелось, чтобы вы думали, что это все для меня курортный роман. И по возвращению домой, что все закончится. Вы действительно хотите говорить откровенно? Дарья, а почему вы перешли на «вы»? Вы правда мне очень нравитесь. Ну, и дело не в том, что я знаю, какое ваше истинное лицо. И даже если бы вы не занимали такого положения, я бы... Да я бы без оглядки в вас влюбилась. Чего ж там говорить-то? Вы же сами все понимаете. Да, я выиграл миллион. Вам открыть? Не, спасибо, я сам, да.
Вот я и говорю. Интеллект, сила, умение радоваться мелочам. Я безумно рада, что мы с вами познакомились поближе. Но я же понимаю, что мы сейчас вернемся домой, и все. Вы снова снимете эту маску. Да нет, Даша, здесь, с вами, сейчас. Я настоящий. И все равно, что там в журналах будут писать. Но никто никогда не напишет то, что у меня в душе на самом деле, понимаете? А я хочу вам открыть свое истинное лицо. Ну, как же я могу вам отказать? Секундочку. Че прям здесь, что ли? Ну, че тебе надо-то? Да! Пойдем отсюда. А счет? А за нас уже заплатили. Пойдем. А шампанское? А будьте добры, ключ от моего номера. А вам от какого? Что значит от какого? От моего, 325. А. Вот, пожалуйста. А это вам. Совсем работать не хотят. Странно, он же только что приехал с новой девушкой и попросил номер на первом этаже. Да, странно. Я думаю, что если бы была новая сотрудница, нам бы сообщили. И я, конечно, знала, что наш президент все может, но не до такой же степени. Штаб? То есть, как двое? И где он сейчас? Они под наблюдением? Значит так, половина сотрудников следит за тем, кто на набережной, остальные ждут указаний в отеле. И выясните мне, что это за баба с ним? О, ребят, с вас 500 рублей! Братан, почему 500? Мы на 100 договаривались. Не-не-не, ты неправильно понял. Я сказал, с каждого по 100 рублей. Слушай, я тебя в ухо шатал, а? Какой 500? Раз, два, три, четыре нас. Счетовод ты, а? А я, по-твоему, что, пешком шел, что ли? Короче, дай ему денег. Что ты орешь на меня, а? Сейчас у Валеры все заберем. На тебе. Магнитолу купи себе нормальный. Помни, кстати. О, слушай, сейчас у меня он почту продавать будет. Охрана, давай место поспокойнее найдем. Хамы развели здесь. Мальчики, давайте селфи сделаем. А мне изначально эта идея не нравилась. А я сразу предложил все население заменить. А по-моему, это была отличная идея. Нет, ну а где? Где мне брать образы? А что? Мы взяли у него интервью и напечатали в журнале. Это противозаконно, что ли? Это я дала Валерочке путевку. Но я же мать! Да клянусь, я тебе серьезно говорю! Мне зачем врать? Я клянусь, я тебе говорю! Я утрица, ты тоже как пахан мой! Я же серьезно говорю! Я не клянусь! Виноват, серьезно говорю! Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что его зовут Валера. А вот мы пока ехали, болтали, я кое-что придумала. Надо как раньше. Чтобы люди своими деньгами могли участвовать в больших событиях своей страны. Всем миром что-то строить. Ну так для этого и придумано. Налоги, фонды. Ну вот. Нужно сделать народный фонд. Я вот футбол с некоторых пор не очень люблю, но если бы у меня была возможность пожертвовать часть своей зарплаты для того, чтобы наш чемпионат мира был самый-самый-самый лучший. Понимаешь? Ну, войну даже Большой театр самолет покупал. Было дело. А сейчас мирное время. Футбол-то другое. Давайте селфи. Давайте селфи сделаем.
козлина испортил нам селфи. Дрянь такая, эй! Мы тебя запомнили! Это вы мне? Это вы мне? Конечно, тебе, Валера, кому еще? Слышь, что, ты? Попался бегунок? Валера! Давай, что деньги делать? При тебе, а? Вообще-то он Владимир. Эй, слышь, слышь, свои бабе рот закрой, иначе я сейчас тут все и закрою. Вы что, совсем обалдели? Немедленно перед ней извинитесь. А, слышь, может, я еще на бочок причесать? Спасите его! Он плавать не умеет! Помогите! Помогите! Всем осталось на своих местах! Объект номер один на пляже. Все сюда. Угадай, кто? Даша. А теперь ты скажи, кто ты? Значит так, прошло 6 дней. Я считаю, что в целях защиты демократии в России самое время отправить военно-морской флот на какую-нибудь натовскую базу. Что там в Европе поближе к Москве? Венгрия? Может, в Турцию? Там хотя бы море есть. Отлично. Погнали. У нас и русские есть, правда, летом в основном. Женщины с детьми. Назад флот. Славянок не победить, тем более с детьми. По себе знаю. У меня дома такая. Порт номер один приземлится в аэропорту Внуково через 1.5 часа. Господин президент, у нас накопилось к вам много вопросов. У меня тоже накопилось к вам... Очень много вопросов. И... Стоп, снято. Стоп, снято! Давай, давай! Встаем, гавайки! Девочки, принимайте! Крым, сворачивайтесь! Медики, не надейтесь, переработок не... Все водители, возьмите машину! И Вишня, вы это сделали! А что там, машина, значит, скоро придет! Подождите, вы куда? Мы же еще не обо всех рассказали. Вот, например, Зина стала руководителем департамента внезапных проверок в Министерстве образования. И теперь ее красную машину боятся от Владивостока до Калининграда. Валера искал себя недолго. Теперь он новомодный коучер, ездит с гастролями по СНГ и читает лекции «Президент на один день» или «Как управлять государством из бассейна». Правда, в Украину его теперь не пускают. А у него там тетка. Даша вернулась в полицию, и теперь она начальник Боровского РОВД. И да, она вышла замуж за Валеру. Генерал ФСО после всех перипетий понял, что устал, и уехал в Иволгинский Датсан. Теперь он местная достопримечательность. Московский старец кормит детей и белок и кидает шишками во взрослых. Атаман назначен послом в Армению, где уже создал севанское казачье войско. Гаишники из Лисок по собственному желанию переехали на Чукотку, где они на трассе иногда останавливают машины, но только чтобы погреться.
Девушки с низкой социальной ответственностью решили выполнить государственную программу. И теперь в Ростовской области бум рождаемости. Священник один по собственному желанию роздал все и улетел в Сирию миссионерствовать. Священник 2 получил от неизвестного дарителя недорогую, но надежную машину и впервые за 5 лет начал высыпаться. Коллекторы работают в охране гастронома номер 234. Младший ходит к логопеду и почти восстановил речевую функцию. Директор отеля неожиданно вышла замуж за налоговика, который пришел с проверкой. Она бросила работу, и они строят в Балаклаве дачу. Близняшки теперь супер востребованные инстаграм-блогеры. У каждой почти по 8 миллионов подписчиков. А авиакомпания разорилась. Но это уже совсем другая история. И да, говорят, трассу Дон покрасили. Наш главный герой опять всех удивил, но это также совсем другая история. Это еще ничего. В прошлый раз хуже было. Сразу 3 министров сняли. Ага. Товарищ подполковник, часы найдены. Водителя аж под Элистой взяли. Свободен. Есть. Алло. Да, слушай, ну хорошая же идея. Давай в следующий раз вместе. Вот после большой двадцатки, да, на машине, а. Вот прям через всю Европу и поедем, а. Ну все, я побежал.